Всем зрителям, подписчикам канала Райская усадьба привет. Сегодня у нас 9 ноября 2017 года. Построили мы теплицу, называется павильон. Шириной 3 метра, длиной 8,5 метров. Конструкция стоит у нас на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком и закреплен к бетонному основанию, которое было тут до нас. С одного торца у нас установлена форточка. Другой торец глухой. Сейчас войдем вовнутрь, посмотрим, как это все внутри. Установлен у нас резиновый торцевой уплотнитель для большей герметичности конструкции. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. А вход в теплицу у нас осуществляется при помощи двери, которая установлена в стене. Редко кто заказывает такие двери, но в этот раз заказали, вот она выглядит так. Вместо прогона у нас тут дверь. Открыли, там крючок, на крючок зацепили, чтобы ветром ее не болтало. Попали вовнутрь. В теплице у нас имеются две коньковые фрамуги с ручным управлением. Установлены диагонали укосины для большей жесткости каркаса. Кстати, каркас у нас сделан из трубы 20 на 40. Это несущая арка, подпирающая арка из трубы 20 на 20. Арки в виде ферм. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!